одной из трех заводов крупнейших металлопроизводителей. В Сибири в том числе, да? Да. Мы привезли из Тюмени 1214 тонн. Благодаря тому, что... отсюда. Левая, я так понимаю, она в рабочем состоянии, но тем не менее нужно... Она немножко все-таки пострадала. Надо довести ее до идеального состояния. Да? Да, Владимирович, она в ограниченно работоспособном состоянии. Мы ее с первых же дней привели в порядок.